Привет всем, добро пожаловать. Ну что же, большое спасибо, что вы пришли на эту сессию сегодняшнюю второй половине дня. И как раз тема называется «Инфраструктура и благоустройство мегаполиса, технологии и подходы нового поколения». Ну что, надеюсь, вам все понятно. Это интересная, непростая и сессия, которая тронет много вопросов. И сейчас я хочу вам коротко сказать о себе немного. Меня зовут Дэн Хилл, исполнительный директор по вопросам городских инноваций и в компании Future Cities Catapult из Восточного Лондона. И как раз мы работаем с агентством по инновации Великобритании. Я могу вам сказать здесь, что мы, собственно, знаем, что происходит в центре города. Мы принимаем активное участие в разработке различных планов благоустройства для города Лондона. Поэтому наша сессия касается следующего, потому что тематика достаточно сложная и в то же время посвящена различным вопросам. У нас будет 4 выступающих, а также к ней присоединятся 3 участников дискуссии. В целом у нас будет там выступать наши 3 выступающих, затем будет сессия вопросов и ответов, потом еще один выступающий и опять сессия вопросов и ответов. Ну что же, хочу представить вам участников нашей сессии. Ну что же, перед вами сидит Петр Павлович Бирюков, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищного коммунального хозяйства и благоустройства, Паула Вигана, директор PhD-программы по урбанистике в университете EUAV, а также она работает в Лозанне, в Швейцарии, а также Вэйвэнь Куан, директор центра дизайна Шэньчжэнь в Китае. Добро пожаловать. А также Пабло Альярд, архитектор и городской планировщик, декан факультета архитектуры и искусств университета города Десаролла из Чили. А наши участники дискуссии – господин Лю Джи, заместитель генерального секретаря народного правительства Пекина, добро пожаловать. Вадим Юрьев, руководитель ГКУ Центра организации дорожного движения правительства Москвы. А также Ева Кастро, директор программы по ландшафтному урбанизму компании Architectural Association и директор архитектурного бюро Plasma Studio из Китая. Добро пожаловать. А также Алексей Новиков, президент компании Habitatum International. Кроме того, экспертом нашей сети является Голса Фуладиниджад, вице-президент, директор дирекции проектов в области эффективности и устойчивого развития компании Schneider Electric в России и СНГ. Добро пожаловать. Ну что же, я коротко расскажу, почему мы решили проводить эту сессию и обсуждать эту действительно интересную тему. Дело в том, что инфраструктура достаточно простая в плане понимания, но достаточно сложно реализуема на практике, потому что касается действительно сложных инженерных сетей. Кроме того, нужно обратить на это более пристальное внимание, потому что технологии, используемые в инфраструктуре, действительно меняются, и те проекты благоустройства, которые мы хотим реализовать, они подвержены влиянию тех технологий, которые нам доступны и которые приходят им на смену. Поэтому мы посмотрим на 4 различные вещи инфраструктуры и сможем обсудить их по-разному. Традиционный взгляд на инфраструктуру, как вы знаете, что это как раз различные объекты ЖКХ, как электроэнергия, скажем, водные ресурсы и так далее. Это требует долгосрочных инвестиций, но при этом, создав какую-то инфраструктуру, она служит вам многие-многие десятилетия, а то и сотни лет. Так что здесь решение, когда принимается действительно очень серьезно, и, как правило, правительство городов занимается этими вопросами, а то и правительство стран. Кроме того, есть такая мягкая инфраструктура, которая также развивается сейчас. Эта мягкая инфраструктура, это касается, в первую очередь, цифровой сферы. И сейчас ситуация действительно меняется. Не просто мы меняем, как эффективность эксплуатации так называемой традиционной стандартной инфраструктуры в сфере ЖКХ. Мы также нужно обратить внимание на новую инфраструктуру, например, которая обеспечивает мобильность. Например, в частности, создание различных, скажем, пандусов, лифт,
для того, чтобы люди могли проще передвигаться по городу, с тем, чтобы создать, оснастить дороги удобными переходами и так далее. Вот то, что мы называем, в том числе и мягкой инфраструктурой, которая дополняет так называемую твердую инфраструктуру. Например, эта мягкая инфраструктура также является достаточно интересным моментом. Более того, есть также и зеленая инфраструктура, которая является нечто такой смесью и твердой, и мягкой инфраструктуры. Потому что городам очень важно обеспечивать действительно высокий уровень здоровья в городе. А это можно сделать за счет хорошей экологической ситуации. Поэтому зеленая инфраструктура является такой, столько же важной, как и твердая и мягкая инфраструктура. И последнее, когда мы говорим о социальной, экономической, политической инфраструктуре, потому что для всех нас, что мы сможем принимать правильные решения в этой сфере, чтобы мы понимали, что мы делаем, мы понимаем, как это влияет на нашу культуру, на нашу социальную жизнь. Если подумать об этой инфраструктуре, то часто она является гораздо более сложной, но полностью фундаментальной, потому что здесь есть те ценности, которые в итоге касаются всех нас. Это, говорю, об экономике, политике и культуре. Ну что же, в ходе этой панельного обсуждения мы сможем затронуть все эти вещи по-разному. Ну что же, первая часть сессии будет состоять из трех выступлений, и мы, собственно, поговорим о как можно планировать, проектировать и предоставить всю эту необходимую инфраструктуру. Мы также поговорим в том числе и о мягкой и цифровой инфраструктуре. И надеюсь, что в ходе первой части нашего сессии мы сможем затронуть эти вопросы. Ну что же, вот все, что я хотел сказать в качестве вступления к началу этой сессии. Так что я передаю микрофон нашему первому выступающему, госпоже Паоло Вегано, директору PhD-программы в одном из итальянских университетов, а также работает в институте в Лозанне. Добро пожаловать. Спасибо большое за это приглашение. И я хотела бы поблагодарить Анастасию Ивановну за помощь, чтобы я приехала сюда, к вам. Итак, я хотела бы начать с небольшой цитаты Бернардо Секки, который сказал ее несколько лет назад относительно развития новых или ответов на новые вопросы в сфере урбанистики. Дело в том, что возникают новые типы городов, так называемые горизонтальные метрополисы. Это различные формы урбанистики, которые отличаются от тех, которые существовали раньше. Нам нужно подумать здесь о том факте, что город меняется, в том числе инфраструктура, и меняется город очень серьезно. Первое. Форма города, тип городского пространства полностью отличается от того, что было раньше. Что же я хотела вам сейчас сказать? Вопросы урбанистики или новые вопросы урбанистики действительно являются важными. Городской, есть различные формы урбанистики, предлагают несколько определений, которые мы использовали еще в прошлом, с тем, чтобы определить характер различных типов урбанистики. Например, скажем, в Италии у нас были, скажем, маленькие города, средние города и даже мегаполисы. А сейчас мы говорим несколько новом уровне урбанистики, то есть города меняются. Вот вопрос. Вопрос вот следующий. Это взаимодействие. Вопрос касается вызова. Если есть новый вопрос о работе городов, существовании городов, то какие новые вещи появляются? В первую очередь, это
разница между богатыми и бедными. Текущая ситуация характеризуется следующим образом, что больше нет распределения богатства или гораздо меньшей степени, чем в прошлом. И, кроме того, российские специфика является особенной в этом проблеме. И второй вопрос касается обеспечения мобильности. Все вопросы связаны с обеспечением мобильности, потому что каждый день вопрос касается всех горожан, как им передвигаться по городу. И третий – это экологический кризис, который становится более наглядным и видимым каждый день. Изменение климата мы видим. Видим недостаток ресурсов, проблемы с энергообеспечением и так далее. Вот три основных элемента, которые могут как раз вызывать новые вопросы в сфере урбанистики. И таким образом возникает новый тип урбанистики. Что хотел сказать, что больше как, того, что аутсайдеров нету. Вот такого рода новый форма города может сочетать в себе вот этот новый тип инфраструктуры, который бы отвечал решению новых проблем. И цель заключается в следующем, что вот этот тип урбанистики основывается на возобновляемых источниках энергии. Как можно сделать такой город действительно гетерогенным, где есть общественные зоны, где есть производственные объекты и так далее? И как при этом использовать возобновляемые источники энергии для обеспечения? С тем, чтобы решить этот вопрос, я расскажу вам немного о том опыте, который мы накопили, потому что я считаю, что только реальные примеры и опыт могут убедить вас, что эти вещи являются реальными проблемами для будущего городов. Ну что же, вот видение или инициатива «Брюссель-2040». Это такая долгосрочная видение. Дело в том, что если посмотреть на брюссельские области или регион, то она по-разному выглядит. И здесь можно сравнить, например, с Парижем или даже с Голландией, особенно с той части, которая является основанной на дамбах. В первую очередь, Брюссель является центром общественного транспорта, такого рода хабом. Поэтому мы видим, что наиболее важный сценарий здесь – это то, что мы будем использовать не только автомобиль. Более даже мы предложим, что автомобили будут уже не нужны. Ведь действительно проблемы со своей здравоохранением в плане загрязнения окружающей среды, потребления энергоресурсов. Поэтому очень важно уже сегодня начать задумываться, как изменить инфраструктуру для обеспечения мобильности будущего. И вот как, в первую очередь, нужно понять сегодняшнюю ситуацию сегодня, которая развивалась в течение нескольких веков. И это очень важно понять, как изменить ситуацию, чтобы вы получить сценарий, когда автомобили будут просто не нужны. Мы, в первую очередь, мы, собственно, делаем специальные островки, именно пешеходные, которые соединяются коридорами. Это очень простая инфраструктура. Инфраструктура уже существует. Нам нужно представить себе, что есть определенные рамки, и что мы предполагаем, что автомобили будут использоваться более, все меньше и меньше, и более активно будет использоваться общественный транспорт. Поэтому мы хотим начать с этих так называемых пешеходных островков, которые мы соединяем коридорами друг с другом. И фактически образуем территории без машин. Если у нас есть территории без машин, то мы можем таким образом оживить общественные пространства, которые сейчас, к сожалению, загрязнены автомобилями. И надо сказать, создать важные оси мобильности. Это важно учитывать в процессе планирования городской среды. Например, посмотреть, как протекает река, скажем, и другие моменты. И как провести утилизацию существующих коммерческих центров или промышленных объектов, которые можно использовать там для жизни, для каких-либо общественных мест. Таким образом,
Главное, что мы хотим избавиться от автомобилей и создать площадки без машин. Таким образом, в будущем нужно связать пространство мобильности с пространством взаимоотношений. Например, вот видите, трамвайные пути проложены непосредственно на траве. Как может сельское хозяйство вестись в городской среде? Или, скажем, как организована работа школ? И, соответственно, подумать, а как новая система общественного транспорта может функционировать здесь. Таким образом, это может серьезно изменить наш городской ландшафт. И второй пример как раз касается Москвы. Здесь примерно 2 года назад с принятием в состав Москвы новых территорий возникли новые проекты, новые идеи. Потому что это касается ситуации, что есть новые общественные пространства, которые общество признает. Поэтому видно, что люди начали жить в новой ситуации, нежели раньше. Поэтому началась активная застройка и развитие юго-западной части Москвы, которая раньше была Московской областью. И сейчас это стало серьезной частью города. И здесь есть также и представительство компаний, даже штаб-квартиры их, а также представители государственных структур. И, соответственно, идет сейчас development и застройка этой территории. Поэтому часто такого рода мероприятия являются объектами критики. Но надо учитывать, что, к сожалению, не создается новая инфраструктура. Однако любое развитие обязательно должно создавать инфраструктуру. А у нас получается развитие без инфраструктуры. В итоге идея заключалась в следующем. Чтобы создать экологические рамки, а также, притом экологическая эта рамка должна быть в рамках существующей инфраструктуры. То есть использовать существующий водный ресурс, существующий и лесные ресурсы, которые можно развивать и использовать в будущем, при этом подумать, как правильно проложить пути общественного транспорта, трамваев и других видов. Кроме того, если мы посмотрим на крупные парки в Москве, которые существовали всегда как Сокольники или Битца, это того могут создаться теперь новыми центральными местами, привлекательными для жителей. Кроме того, существующая территория Москвы или старой Москвы также требует определенного девелопмента. Например, эта новая идея создания общественных мест уже реализуется, но опять же при создании новой инфраструктуры. И последний пример касается так называемой социальной инфраструктуры, потому что новый вопрос урбанистики связан с 3 вещами. Первое – проблема мобильности, девелопмент и как обеспечить социальность в городе. Потому что вот это создание социальных или общественных пространств очень важно. То, что мы проделали в Антверпене, в Бельгии, это в одном из фламандских городов, то мы начали с стратегического планирования пространства, которое обеспечивали новые общественные пространства. Например, парки рядом с железнодорожными путями. Мы взяли территории, бывшие промышленные зоны, неиспользуемые территории, или какие-то территории на городской периферии, которые мы смогли превратить в новые интересные пространства. Действительно, очень серьезную работу нам пришло проделать, и еще придется проделать. Нам пришлось полностью изменить концепцию инфраструктуры и создать новую инфраструктуру. Фактически это социально-гражданская инфраструктура, которая в том числе обеспечивает функционирование в безмашинном режиме. В итоге мы смогли, припланировали эту городскую территорию, полностью использовать новый подход. Здесь больше нету так называемых аутсайдеров или, скажем, районов где-то на отшибе. Спасибо.
Большое спасибо, Паула. И сейчас хочу пригласить господина Бирюкова, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Спасибо, Дэн Хилл. Добрый день, уважаемые участники форума. Я очень рад приветствовать всех, кто проявил интерес к этому форуму, потому что тема достаточно интересная. Это каждодневная жизнь каждого из нас. Успешный город, которым бесспорно является Москва, это динамично развивающийся город, он должен быть городом, удобным для проживания людей. Это развитая транспортная инфраструктура, коммуникационная, социальная, благоустроенные улицы, иные общественные пространства создают неповторимую атмосферу, дружелюбную человеку среду. Именно эти факторы являются важным составляющим в определении конкурентных преимуществ любого крупного города. На решение задачи превратить Москву в удобный город для жизни москвичей, для жизни гостей, начиная с 2011 года, в Москве направлены беспрецедентные усилия столичных властей, включая и финансовые ресурсы, включая самый главный потенциал – желание самих москвичей. Одно из главных направлений в этой работе – это крупномасштабная работа по созданию комфортного проживания внутри своего двора, на общественных пространствах, на площадях, парках, скверах. Это все обеспечивается необходимой инфраструктурой для досуга, отдыха и культурной деятельности. Нынешнее правительство Москвы москвичи называют открытым правительством. Реальность города сегодня такова, что ни один проект не реализуется без учета мнений, без совета с ними, без обсуждения с жителями того или другого микрорайона, той или другой улицы. В городе активно работают порталы «Наш город», «Активный гражданин», где москвичи предлагают свои решения, и эти решения власть реализует. При мэрии уже второй год активно работает Совет по развитию общественных пространств, в который вошли видные отечественные, зарубежные архитекторы, признанные урбанисты международного уровня, представители общественных организаций города. По их предложениям за последние два года в городе реализованы крупнейшие проекты создания общественных пространств. Главной задачей на первом этапе, 4 года назад, правительство города для себя определило это создание комфорта по месту жительства. Это ремонт дворовой территории, ремонт подъезда, ремонт сквера, парка, то, что примыкает непосредственно к месту жительства. С тем, чтобы москвичи могли, не уходя далеко от дома, проводить свой досуг и получать все необходимые социальные и бытовые услуги. Вот за последние 4 года в городе примерно 23 тысячи московских дворов приведены были к идеальному стандарту, который мы сегодня видим в городе. Десятки тысяч детских городков приведены к новому стандарту. Более 100 тысяч подъездов отремонтированы и сегодня отвечают требованиям, которые в Москве мы называем стандартом эксплуатации жилого фонда. Но особо не буду утомлять цифрами процесса своего сообщения. Я назову ряд примеров, которые красноречиво говорят о том, что делают сегодня московские власти вместе с москвичами, вместе с активной частью населения и общественными формированиями. Мы не останавливаемся только на горизонтальной части приведения в город, а это и приведение в порядок домов. Москва, как ни один другой город в России, да, наверное, в мире, выделяет огромные средства на поддержание жилого фонда, который находится в общедолевой собственности или же у граждан в личной собственности. Мы с вами живем в условиях одной из северных столиц, и вот сегодняшний пример, когда вчера была совсем хорошая погода, гости, которые прибыли к нам, сегодня, видите, сразу 15 сантиметров снега, и надо обеспечить жизнедеятельность города, надо обеспечить 4 с лишним миллиона автомобилей, которые пойдут по городским улицам. Для этого в городе были изменены полностью нормативы очистки города. Вот если раньше 10 сантиметров снега выпадало, мы убирали 7 дней. Каждый последующий сантиметр еще 1
один день дополнительный. Сегодня норматив такой: 10 сантиметров снега 3 дня, каждый последующий 3 сантиметра 1 день. Поэтому для этого были закуплены примерно 15 тысяч единиц городской техники, увеличены нормативы эксплуатации, и вот уже 3 года город успешно справляется с этим нормативом очистки городских улиц. Нас зачастую критиковали в прошлые времена о том, что в городе можно было увидеть разбитый асфальт, ухабы и так далее. Так вот, дорогие друзья, подчеркиваю, за последние 4 года в городе практически каждый метр асфальтовых покрытий был заново отремонтирован. Цифра эта небольшая, не малая, примерно около 120 миллионов метров квадратных асфальтовых покрытий. А это, еще раз подчеркну, в условиях северной столицы, когда в год имеем примерно 70 переходов через нулевые отметки. Ремонт асфальта, создание всех благоприятных условий ведется только в летний период, с апреля по октябрь месяц. Мы сейчас изменили систему управления и жилым фондом с тем, чтобы одна управляющая компания была в ответе за то, что делается в ее микрорайоне, делается в ее районе, начиная от содержания улицы и заканчивая эксплуатацией дома. Конечно, нельзя сегодня говорить о содержании жилого фонда в отрыве от общественных пространств. И выступающая здесь передо мной коллега говорила, что есть островки, которые соединены магистралями. Москва на сегодняшний день пошла другим путем, и мы говорим, что в городе мы ведем благоустройство, создание общественных пространств на целых улицах. И гостей столицы я приглашаю посетить наши известные за последние 3 года приведенные в такое идеальное состояние общественное пространство, такие как Крымская набережная, Большая Дмитровка, Никольская, Пятницкая, Моросейка. Часть этих магистралей сегодня отданы пешеходам, а часть магистралей в сочетании с пешеходными маршрутами отданы и автомобилистам, улучшено автомобильное движение. Потоки транспорта, прохождение потоков транспорта идет гораздо быстрее, чем было по предыдущей инфраструктуре. И вот, работая над созданием пешеходных пространств, над созданием общественно значимых пространств, мы в городе за последние 3 года, подчеркиваю, создали 88 пешеходных пространств. Длина небольшая, не малая, примерно 100 километров. Это не только центральная часть города. Это и каждый район имеет свое такое общественное пространство. И наша задача последующие 3 года, чтобы примерно около 400 пешеходных пространств длиной более 600 километров были созданы по городу. Нам сегодня невозможно представить пешеходное пространство, всю инфраструктуру города без велосипедной инфраструктуры. Вот за эти годы, о которых я говорю, примерно 200 километров велосипедных маршрутов созданы по городским улицам, созданы в скверах, парках. Примерно 10 тысяч с половиной мест обустроенных велопарковок. Говоря о парках, мы знаем, что Москва – это зеленый город. И мы организованными считали приблизительно до 2010 года 130 парков, включая и бульварное кольцо. За последние 3 года по предложению москвичей эта работа была очень-очень сильно активизирована. Так вот, из тех 130 парков все парки приведены в порядок, а 85 парковых территорий были капитально отремонтированы. В последние 2 года развито было движение создания народных парков. Это озелененные территории площадью более 5 гектаров, которые находятся рядом с жилым массивом. И хочу подчеркнуть, что в 2013-2014 году 108 народных парков были созданы в городе Москве. Ухоженные территории организованного досуга 220 гектаров. Мы только что говорили, что Москва приросла своими границами в сторону территории Московской области. Так вот, на новой территории в прошлом году были созданы 3 огромных парка площадью 50 гектаров, где создана вся необходимая инфраструктура для досуга и отдыха. В марте текущего года мэром было принято решение о приведении в порядок территории ВДНХ.
Были объединены две территории ботанического сада Останкино, присоединенные к ВДНХ. 540 гектаров службы городского хозяйства в течение 2,5 месяцев привели исключительно к идеальному состоянию, где ежедневно до 800 тысяч человек проводят свой досуг, а в праздничные дни такое количество посетителей доходит до 1,5 миллионов. Сегодня в рамках зимней досуговой деятельности организован, без преувеличения сказать, самый крупный в мире каток с искусственным льдом. Площадь его примерно 21,5 тысяча метров квадратных. Каток со всей необходимой инфраструктурой. Зимний отдых для северной столицы тоже весьма актуален. И мы используем в летнее время организованные велотрассы, а зимой на них делаются лыжные трассы. Сегодня в городе примерно 700 километров протяженность лыжных трасс. Это половина из них освещенные лыжные трассы. Катки – очень актуальная тема. Впервые за последние 3 года в Москве появилось порядка 190 катков. Площадь льда примерно 300 тысяч метров квадратных. И катки с естественным покрытием, порядка 1600 катков ежегодно мы заливаем и отдаем москвичам для досуговой деятельности. Подчеркиваю, что все спортивные сооружения, искусственно созданные или в естественных условиях, оборудуются необходимой инфраструктурой и бытовыми условиями. Те, кто не были в Москве 4 года назад, сегодня могут увидеть рачительные перемены в свето-художественном оформлении. Необходимо подчеркнуть, что в городе сегодня примерно 1000 зданий с архитектурно-художественной подсветкой мирового класса. Мы планируем до конца 2016 года дополнительно еще 600 зданий подсветить. С прошлого года работает новая система от подсветки освещения, так называемое осенне-зимнее освещение. И оно с ноября по апрель месяц радует глаз москвичей. Все бульвары, все центральные площади, улицы имеют дополнительное освещение. Можно сегодня сказать, а в каких условиях все это делается и хватает ли сегодня ресурсов, говоря о теме нашей сессии. Хочу подчеркнуть, дорогие друзья, о том, что ресурсов в Москве достаточно. Мы на сегодняшний день, работая в рамках федеральной программы, определили для себя до 2020 года сократить уровень потребления энергоресурсов на 20%. Так вот, за 4 года мы достигли этой экономии уже на 18%. Мощности потребления тепла сегодня наши превышают то, что мы потребляем, в 2 раза. Превышение по воде, по канализованию воды, возможности увеличить ее в 2 раза потребление. Вот такие большие запасы. По газу на 25%, по электроэнергии на 20% имеем резервы по потреблению мощностей. И, конечно же, все это радует, но на месте останавливаться нельзя. И совсем недавно правительство города приняло уникальную программу, которая может быть реализована только в совместном содружестве и сидящих в этом зале урбанистов, архитекторов, дизайнеров, всего мирового архитектурного сообщества. Это создание программы «Моя улица». В городе более 4000 улиц. Только одних вылетных магистралей около 30. И задача, которая определена руководителем города, чтобы в ближайшие 5 лет каждая улица отвечала современным требованиям. Так как мы сделали улицы в центральной части города, отдельные улицы по округам, вот так будет вестись работа. Что такое вылетная магистраль, которую мы делаем, или улица? Вот в этом году будем делать 9 вылетных магистралей. Длина, протяженность этой улицы примерно 16-18 километров. И вот на всем протяжении будет отремонтировано и приведено к новому стандарту асфальтовое покрытие, мощение бетонное, видовые места, основные площади приведены в порядок, созданы велосипедные маршруты, обновлено архитектурно-художественное освещение,
подсветка, будут отремонтированы фасады, создана досуговая инфраструктура в местах озелененных территорий. Работа достаточно огромная и большая. Но при этом вдоль магистрали и под магистралью проходит огромное количество инженерных коммуникаций, проходит огромное количество мостовых сооружений, подмостовых пространств. Все это надо увязать в единый архитектурно-художественный проект. То, что и делается на сегодняшнем этапе. Мэром создан специальный штаб, который руководит этой работой. Мы пригласили для работы в этом штабе известных художников, дизайнеров, архитекторов. И полагаем, что и присутствующие здесь коллеги откликнутся на наши предложения. Ваши предложения, ваши наработки, которые, на ваш взгляд, интересны и нашли где-то применение в других регионах мира, они будут актуальны для нас. Но мы при этом всегда помним, еще раз подчеркиваю, что время у нас для работы ограниченное, апрель-октябрь месяц. Вам всем огромное участие за то, что вы решили поделиться своим опытом, высказать свои мнения и предложения. Я всем вам желаю удачи и успехов. Спасибо. Большое спасибо, господин Бирюков. А сейчас я хотел бы передать слово господину Вэйвэнь Хуань, директору Центра дизайна Шэньчжэня. Добрый день. Здравствуйте. I hope I can speak the Russian, but я хотел бы говорить на русском языке, но мне придется говорить на китайском, извините. Моя презентация в качестве темы имеет многоуровневый город и его развитие. Я хотел бы обсудить, какие именно системы планирования необходимы в 21 веке для развития города и городской инфраструктуры. Город, из которого я приехал, это Шэньчжэнь. Находится он в южной части Китая. Вы видите расположение Китая на берегу Южно-Китайского моря. И также видите его южное положение по отношению к географии Китая. Вы знаете, что также он развивается по схожей стратегии, такой же, как и Гонконг, и значительно отличается по своему географическому положению и особенностям от Пекина. В Шэньчжэнь находится в устье реки Чжэньцзян, которая называется также «Жемчужная река». И в 1980 году там была основана специальная свободная экономическая зона. С тех же самых пор началось большое, идущее огромными темпами развитие Пекина. Именно с 1980 года, то есть с тех пор, как там была открыта особая экономическая зона. И надо сказать, что можно сказать, что за прошедшие 30 лет сохраняется хорошая позитивная тенденция. Город Шэньчжэнь развивается невероятно быстрыми темпами. Мы даже называем его так своеобразным экономическим чудом или чудом быстрого развития. И что же произошло за последние 30 лет на земле, занимаемой Шэньчжэнем? Вы видите, что за это сравнительно небольшое время население увеличилось на огромную цифру. Если мы сравним, например, с тем, что было 30 лет назад, то в 1979 году, например, у нас было всего лишь 320 тысяч человек. В 2010 году уже мы достигли населения в 13 миллионов человек. Кроме того, надо отметить также большой прирост GDP и ВВП. Прирост он на 3,5 тысячи раз при ежегодном 30% росте. Надо сказать, что все это было достигнуто в значительной степени за развитием не совсем даже пригодных для городского развития территорий. Как вы видите, и это показано на карте, пригодная для строительства территории занимает приблизительно 50% территории города Шэньчжэня. И приблизительно 50% это местность, которая не слишком пригодна для строительства, в том числе и жилых домов и инфраструктуры. И
К сожалению, насильственное развитие этих территорий не всегда приходит к хорошим результатам, поэтому мы развиваем также и новые стратегии, которые помогают нам сосуществовать с природой. Такие стратегии сосуществования мирного между природой и человеческой инфраструктурой было воплощено в новом районе под названием Гуанмин. Новый район Гуанмин расположен в северо-западной части города Шэньчжэня и начал развиваться сравнительно поздно. В нем мы стараемся развивать парки, озеленять территорию. Допустим, развивается также и так называемые зеленые линии трафика, то есть велосипедное строительство, велосипедные дорожки и развиваются пешеходные пути. И мы стараемся ограничить количество транспорта, выбрасывающего большое количество углерода в атмосферу. Я считаю, что это очень важно. Должен сказать, что, как я уже говорил про насильственное развитие территории, не совсем пригодной для строительства, нам приходилось для того, чтобы там построить здание, выравнивать территорию там, где была холмистая местность, что не всегда приходило к строительству безопасных для жилья зданий. Кроме того, одна из больших проблем – это то, что наш город все еще очень зависит от автомобильных дорог. Поэтому для того, чтобы развивать районы города, для того, чтобы создавать экологичные экосистемы, необходимо также думать о том, как размещать новые пути для железнодорожного городского транспорта и как освобождать больше места на самой земле. Я должен сказать, что у нас начинаются новые проекты так называемых висящих в воздухе дорог. Конечно, для того, чтобы их построить, требуется определенного рода, постройка связана с определенного рода экономическими трудностями. Тем не менее, мы экономим значительное количество квадратных метров, находящихся под этими дорогами. Кроме того, таким образом у нас получается снизить количество выбросов. Мы также строим новые пути железнодорожного городского транспорта, в том числе и межгородские поезда, скорость которых доходит до 300 км в час. Мы также строим новые маршруты между аэропортом и связывающий аэропорт и систему метро. Данные маршруты будут идти со скоростью около 100 км в час. И я должен сказать, что это очень хорошо для развития, именно для экологичного развития системы транспорта. Я называю это так называемым PRT, или кабельный дорожный транзит. Это включает в себя не только такой же дорожный транспорт, как, например, высокоскоростные электрички. Кроме того, мы занимаемся также строительством зданий нового типа, таких зданий, которые были бы хорошо интегрированы в дорожную систему. Как вы видите, новые примеры построек, новые архитектурные решения, вы можете увидеть предлагаемые новые архитектурные решения на слайде презентации. Здания, имеющие большое количество этажей, конечно, не совсем небоскребы, но высотки расположены в различных участках города. Для этого мы делаем это для того, чтобы экономить наше пространство, для того, чтобы иметь возможность вернуть природе хотя бы часть той территории, которая была насильственным образом в свое время у нее отнята. Вот, например, фотографии, которые вы видите слева, это новый район Гуанмин, такой, какой он есть сейчас, справа это то, что там раньше было. А сейчас вы видите то, что мы хотим там сделать. Вот эти самые подвесные дороги, по которым, вы видите, проходят машины, и в том числе городской транспорт. Итак, наши основные задачи – это прежде всего восстанавливать экосистему и сделать наш город частью экосистемы, затем развивать экологическую сторону городского развития, обращать внимание на сокращение вредных выбросов в атмосферу, на озеленение города, а также обеспечивать интеграцию между городским ландшафтом и естественным природным ландшафтом, в том числе водными путями. Затем мы создаем сети пешеходных дорог, удобных для людей, и велосипедные дорожки, которые были бы удобны для велосипедистов, для того, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу за счет количества большого машин. Затем мы разрабатываем новые типологические виды строений,
Вы видите здесь примеры, срезы новой инфраструктуры. По-моему, это такие предлагаемые нами решения, предлагаемые Центром дизайна и инженерии решения, позволяют не только снизить значительное количество расходов на постройку и на обслуживание зданий в будущем, но также являются наиболее экологичными и зелеными. Кроме того, мы развиваем также большое количество мобильных приложений, которые помогают следить за дорогами, например. И следить за тем, какие дороги были построены, какие сейчас находятся перестройки, какие будут впоследствии перестроены, либо созданы заново. Итак, вы можете видеть в таблице небольшую разбивку по различным видам транспорта, если поговорить именно об этом. Как вы видите, у нас здесь идет наземный вид транспорта, в том числе железнодорожные виды транспорта, где-то их сравнительный анализ. Потом идет метро, это 80, цифра 80. Зачем у нас идет велосипедное, количество велосипедов? Здесь вы видите различные районы. Слева у нас центральный район, посредине у нас так выглядит срез наших жилых районов или спальных районов. Справа же находится, так скажем, картинка или срез географический сельских районов. Дальше вы видите соотношение, коэффициентное соотношение количества высокоскоростных дорог и количество высокоскоростных дорог в разных частях города, таких как центр, жилые спальные районы и деревня. Благодаря тому, что мы стараемся разрешать возникающие проблемы, в том числе и проводить новые велосипедные дороги и новые пешеходные дороги, у нас получается снизить ущерб природе практически в 4 раза. Мы хотим, чтобы наше дело было таким же великим, как постройка в свое время старинного древнего города Пекина, буквально с нуля. Кроме того, мы хотим также сохранять наше древнее наследие и старые архитектурные постройки. Мы хотели создать такую экосистему, которая будет объединять и природу, и человека, и то, что он создал, и его историю. Мы хотим также перенять частично опыт Гонконга. В Гонконге, например, для того, чтобы экономить место, потому что там очень сильно гористая местность, зачастую здания выносятся на сваях и выносятся высоко над уровнем земли на сваях, и в том числе расположены на различных уровнях города. И мы подумали, почему в Шэньчжэне, где у нас есть такая же проблема, мы не можем предложить такое же решение. А затем еще один вызов, о котором я хотел бы сказать, и который, на мой взгляд, является очень значительным для нас сейчас, это то, что мы практически полностью управляемся машинами. Машины нас практически поработили. Мы слишком сильно опираемся на машины в нашей жизни. Они абсолютно необходимы нам для практически каждого элемента нашей жизни. Как же мы можем разрешить проблему ужасных пробок, которые возникают на улицах огромного мегаполиса? Для этого нам прежде всего необходимо изменить наши собственные мысли, изменить нашу идеологию, как бы взорвать ее и сделать какой-то прорыв. Мы должны отойти от старых насильственных методов управления природой с помощью различной тяжелой техники, с помощью взрывчатки. Мы должны отойти от этой концепции, согласно которой мы раньше вели наше развитие. Концепции, которая была абсолютно эксплуатационной по отношению к природе. Итак, нам необходимо разработать региональный план и общую стратегию, мастер-план, а также конкретные мастер-планы по каждому из районов. Необходимо разработать соответствующие регулятивные документы, создать планы каждого района и в том числе конкретные планы по жилым блокам. Таково наше видение, такова наша основная цель.
Итак, нам необходимо где-то встретиться посредине. Необходимо, чтобы те регулятивные и нормативные акты, которые исходят сверху, где-то посредине встречались с требованиями, поступающими снизу, от людей, которые используют экосистему, от людей, которые используют среду. Нам необходимо это интегрирование, нам необходимо это модерация для того, чтобы объединить и интегрировать и инфраструктуру, и экологию, и человека. Итак, на уровне местных городских правительств я предлагаю, мы хотели бы предложить в качестве, как наш центр, добавить своего рода кружки профессионалов в области городского строительства, которые могли бы осуществлять консультативную деятельность для городских властей. И во главе этого комитета должен стоять очень опытный человек, которого мы называем основным градостроителем, инженером-градостроителем или главным инженером-градостроителем, который будет в конечном итоге играть решающую роль в выборе того или иного вопроса. Итак, давайте развиваться теперь как люди. Давайте не возвращаться, конечно, к приматам, но и давайте откажемся все-таки от варварской стратегии утилизации земли и создадим какую-то интегрированную, дружественную среду. И на этих основах будем строить нашу цивилизацию. Потому что в каком-то смысле, конечно, мы не хотим вернуться к варварству, но, может быть, в чем-то вернуться к старым зеленой философии, философии деревьев, кустов и полей, это и хорошо для нас. Спасибо. Thank you so much, Juan. Большое спасибо, Хуан. Очень интересно. Мне особенно понравился последний слайд в конце. А сейчас я хотел бы, чтобы ответили на один вопрос. Так что мы выслушали с вами три презентации, отличные презентации, посмотрели на ситуацию с разных сторон, поговорили о дорогах, улицах, о развитии, даже поговорили о деревьях, о важности посадки деревьев. Но мы не так много внимания уделили рекам, развитию прибрежных территорий, потому что вы знаете, как правило, многие города строились, развивались вокруг рек, особенно это касается Москвы. А не могли бы вы рассказать о роли рек для развития инфраструктуры, особенно применительно к Москве? Большое спасибо. Мне очень понравились ваши три презентации. Вы посмотрели, то есть вы представили презентации с разных сторон, посмотрели на разные угрозы и сложности, которые существуют. Вот что мне особенно понравилось и меня заинтересовало? Давайте я немного отойду в сторону от вопроса, который касается развития городов вокруг рек. Я хотела бы... об этом так все знают, но я хотела бы поговорить о более универсальном развитии рек. Итак, говоря о развитии или повторном развитии речных систем, вот что меня здесь волнует? Меня волнует отсутствие политической ответственности. То есть, с одной стороны, все это крупные города привлекают крупные инвестиции, капитал для развитие строительных проектов. Это привлекает девелоперов. Строятся новые дома, строятся новые сооружения на берегах рек. Вместо того, чтобы строить, может быть, хорошие парки и так далее. И я хотела бы сослаться на Паулу, когда он говорил не только о Москве, но и о многих других городах.
когда частные девелоперы сами решают, что они хотят построить. То есть у них полностью развязаны руки. А я хотела бы рассказать вам о другом примере. То есть, во-первых, первым шагом, когда вы реализуете проекты по строительству на берегу реки, необходимо очистить эту реку. Кроме того, необходимо уделять больше внимания развитию пешеходных дорожек вдоль таких морских, вернее, вдоль речных набережных, потому что не все архитекторы уделяют этому вопросу должное внимание. А чтобы внимание уделялось, необходимо проводить и обсуждения с общественностью, и такие слушания должны проходить с участием и частных застройщиков, частных девелоперов, и самой общественности. Итак, я считаю, что нам необходимо постараться избегать ситуации, когда люди не участвуют в принятии решений. Второй момент касается и второй презентации, и последней презентации. Это касается развития территорий с разными видами земельных угодий и развития многоуровневых сетей. Это, конечно, очень важно, поскольку это позволяет сохранить земли и, так сказать, предоставить больше территории для занятия спортом и отдыхом. Но это означает, вот подобный подход означает переход к новой парадигме, которая отражает в себе, и которая отражает самые различные типы земель, как я уже сказала, и различные функции. Я бы назвала все это открытой территорией, или по-английски open ground. Я считаю, что необходимо изменить морфологию, вообще само понимание нашего отношения к земельным угодьям. Необходимо использовать многофункциональность для пользователей всеми теми земельными угодьями и использовать самые разные функции, которые только есть у этих земельных угодий. Кроме того, нам необходимо развивать новые отношения между разными акторами, между различными формами, и использовать различные формы социального взаимодействия. Кроме того, я считаю, что необходимо избегать парадигму модернизма, когда мы стремимся к единичному решению, в то время, когда требуются множественные решения. Какой еще стоит перед нами вопрос? Я сама проектирую парки. Может быть, это политически некорректно так сказать, но сейчас мир буквально сошел с ума. Все говорят о парках. Мы сейчас видим столько парков, столько много зеленых площадей. Но на самом деле, если хорошо не продумать разбивку парка, его не интегрировать в инфраструктуру, ничего хорошего не получится. Такой парк окажется только пустой тратой общественных ресурсов. Я считаю, что зеленые островки или озеленение являются экологически необходимыми. При этом важно понимать, какая эффективность их. А эффективность должна быть связана с другой инфраструктурой, которая также есть, например, с системой водоочистки или, скажем, очистки сточных вод. Например, в городах, если вы реализуете так называемую голубую инфраструктуру, то вы можете достигнуть ситуации, когда все системы взаимосвязаны. Таким образом, идет переработка всех
отходов, очистки сточных вод и использование их в новом процессе жизнедеятельности. И таким образом город может воспользоваться тем, что вроде бы когда-то уже использовал. И еще раз, еще был шокирован новостями из Сан-Паулу, что в Сан-Паулу не хватает воды теперь. Видите, что резервуары фактически полностью уже осушены, и в итоге у них нету никакого развития, такой голубой структуры не происходит, и теперь они только задумались, как такую инфраструктуру создать. Поэтому, когда мы думаем о городе, нам нужно подумать, что те инвестиции, которые мы вкладываем в создание зеленых зон и парков, давайте посмотрим, как нам создать голубую инфраструктуру с тем, чтобы сэкономить ресурсы, с тем, чтобы максимизировать возможность использования тех ресурсов, которые у нас есть, и не терять ничего. И третье, что я хочу сказать, что давайте не будем терять силу тех отходов, которые у нас есть. Спасибо. Спасибо. Действительно, очень великолепное замечание относительно тех возможностей структуры, которые у нас существуют. Ну что же, давайте перейдем ко второй части нашей сегодняшней сессии. Хотел бы передать слово Пабло Альярду, архитектору, городского планировщика, декана факультета архитектуры и искусств университета де Сарола в Чили. И как раз в этой части сессии мы поговорим не только о планировании городской среды, а в том числе различных новых технологий, которые можно использовать в этой связи. Спасибо. Пожалуйста, Павел. Большое спасибо за ваше выступление, за ваше терпение и ваше внимание к тому, что мы говорим. Я хочу поговорить с вами и представить вам взгляд из другой части мира, с южной части нашего земного шара, потому что я представляю Латинскую Америку, где у нас уже серьезный уровень урбанизации существует. Это континент, где на котором примерно 8% людей живут уже в городах. И сейчас мы переходим из концепта городов, которые живут бедные люди, сейчас живут люди среднего класса, которым нужно удовлетворять не только свои базовые потребности, но также требуют определенного качества жизни. Поэтому сейчас города являются драйверами развития латиноамериканских экономик. Поэтому мы не страдаем и растем не только демографически, мы растем также и экономически. Это касается, что латиноамериканский капитал во многих странах вырос. Такие города, как Лима, Сантьяго, они растут, например, по экономически более чем 5% в год. Маккензи как раз опубликовал рейтинг наиболее динамически развивающихся городов в мире. И можете увидеть здесь план развития до 2005 года. Видите, что часть 75 городов в 75 городов, 29 в Китае, 13 в США, 3 в Европе и 8 в Латинской Америке. Единственное, могу поздравить Москву, что Москва занимает 4-е место в этом рейтинге быстрорастущих и развивающихся городов мира. И видите, что Сантьяго 73-е место занимает здесь. А посмотрите, Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло действительно занимает более высокие места в этом рейтинге, что потрясающе. Однако такой рост не всегда идешляется ровными этапами. Поэтому это касается не только Латинской Америки, но и всего мира. Что нас объединяет? Это так называемая сегрегация социальных пространств, а также то, что динамика пересекается в некоторых направлениях. Поэтому дело в том, что у нас были серьезные трущобы, фавелы в Сан-Пауло и в Рио-де-Жанейро, и в итоге фактически видите, что есть современные дорогие квартиры, отделяются стеной от трущоб. И при этом надо сказать, что город является магнитом, который привлекает людей, дает им новые возможности, но и в то же время может такую политику и управлять стороны правительства, потому что можно создавать для дома
тех, кто живут в городах, но скажем, часто они живут далеко, в тех районах, которые далеко расположены от места их работы, к примеру. И в итоге, вы видите, возникает, как же передвигаться по такому городу, который мы сейчас видим. Вот одно из решений. В итоге мы извлекли как раз уроки, и в Латинской Америке мы стараемся признать, что как раз Трущоб является частью города, и нужно использовать инфраструктуру не только, чтобы предоставлять именно доступность в плане транспортной доступности, но в то же время сделать то, что было сделано в Медельине, в Колумбии. Здесь вот эта как раз канатная дорога обеспечивает транспортную доступность в городе. Но, с другой стороны, это еще одно преимущество при создании социальной инфраструктуры, потому что каждая станция этой канатной дороги является общественным местом для предоставления услуг, местом безопасным. Более того, здесь рядом с канатной дорогой расположены другие социальные объекты, в том числе и парки. Ну что же, если мы говорим о социальной структуре, как библиотеки, школы, и они даже так же строятся в трущобах, и в итоге они могут давать надежду бедным людям в итоге вырастить во что-то и быть гордиться тем, что они достигли. Например, Каракас, Богота, Медельин, Ла-Пас, Боливия уже развиваются в этом направлении. Если посмотреть, что новые латиноамериканские города, они меняются сейчас. Примерно половина населения представляют, живут за чертой бедности. Поэтому нам нужно двигаться дальше в плане создания именно общества среднего класса, и поэтому возможности правительства отвечать на эти силы, на эти творческие силы с тем, чтобы использовать потенциал этих людей. Например, возьмите вот эти общественные дома в Чили. Таким образом, люди просто додают свою собственную ценность в плане переработки отходов и живут в небольших квартирах, но они живут там, они работают, они приносят пользу. И это касается не только Латинской Америки. Здесь, в России, в Грузии, есть вот такие фактически кварталы, которые можно увидеть, в том числе в Восточной Европе, но это как раз та творческая сила, которую можно управлять, которую можно использовать для нас. И это социальные силы, творческий потенциал, даже если они живут и работают нелегально. Вот как раз те дома для бедных слоев населения, которые были придуманы в Чили. Мы обратили здесь внимание на место расположения, а не на размер домов и жилищ. Таким образом, люди могут могут жить в городе в хорошем расположении. Они не могут оплатить, например, за хорошее месторасположение, но они могут оплатить расширение своего жилища. Это вот как мы адаптировали политику с тем, чтобы увидеть, как будет развиваться дальше наши города. Таким образом, построив только половину дома, предоставив вторую половину для дальнейшего расширения. Таким образом, мы даем людям небольшой дом для тех людей, у которых невысокий уровень дохода. Затем они могут достроить его, фактически увеличив в два раза свою жилую площадь. Таким образом, каждый может персонифицировать свой собственный дом, а также с помощью поддержки государства они могут получить вот такого рода жилье. Кроме того, мы используем наши отходы для качества источников энергии. Например, инфраструктура по переработке и очистке источников вод, очистке и переработке отходов. Таким образом, мы осуществляем такие на основе концессионных договоров в рамках ГЧП. И таким образом производится очистка источников вод, и при этом мы также обращаем внимание, чтобы улавливать биогаз и таким образом отправлять его снова на качество источника энергии для сетей ЖКХ. Например, в Сантьяго часто мы используем именно биогаз из такого рода установок. Знаете, таким образом мы фактически перешли от стадии недоразвитости к стадии высокого уровня развития. А давайте поговорим теперь о технологии. Технология является очень важным выравнивающим фактором.
Дело в том, что в Чили 73% пользователей имеют доступ к интернету через смартфоны и другие устройства, 81% человек пользуется Фейсбуком и другими, многие размещают свои твиты в Твиттере, и сейчас мы с ними общаемся таким образом. И таким образом мы понимаем, как правительство должно предоставлять свои услуги. В 2007 году, когда мы реализовали реформу системы общественного транспорта, это стоило нам $15 миллиардов с тем, чтобы реализовать на практике. И на следующий год в Твиттере система общественного транспорта Сантьяго получила примерно 100 тысяч людей, которые подписались на новости. Таким образом, мы, те, кто, собственно говоря, знает, кто является органом общественного транспорта Сантьяго, и можно направлять туда свои вопросы, пожелания, и что, например, тот или иной маршрут автобуса неправильно проложен, нужно уже сделать по-другому, или я еду на автобусе, у меня что-то не устраивает, можно поездку улучшить таким-то и таким-то образом. Таким образом, предоставляющие услуги начинают об этом задумываться. И в итоге мы видим ответы со стороны нашей администрации на предоставление общественно-транспортных услуг. Можно действительно спросить, а вас все устраивает, все ли хорошо? Можно сказать, вовремя приехал автобус. Таким образом, мы видим взаимосвязь между государственным ведомством, частным поставщиком услуг общественного транспорта и потребителями. И в конце хотел бы добавить, что технология позволяет, собственно говоря, развиваться дальше. В том числе, например, сегодня большинство латиноамериканцев используют смартфоны для того, чтобы использовать банковские услуги без банков. Таким образом, 21% колумбийцев и 19% бразильцев используют именно такие электронные платежи. Это гораздо выше уровень, чем в России, например. Теперь не нужно иметь доступ к банкам с тем, чтобы осуществить платежи. И это касается не только Латинской Америки, и в Африке это развивается там. Надо сказать, что мы должны быть отказоустойчивыми. Действительно, у нас происходят природные катастрофы. И после, помните, в 2010 году был цунами и землетрясение в Чили. Что мы сделали? Мы просто сделали инфраструктуру, которая стало обеспечением безопасности, но в то же время обеспечивает социальную реконструкцию этих территорий. Вот как выглядит все после цунами. Мы создали, построили парк, который также использует кинетическую энергию. Мы, кроме того, перестроили главный бульвар, который стал главным социальным объектом города. И таким образом мы смогли создать здания, которые были бы устойчивы против цунами и землетрясений. Соответственно, фактически мы начали с нуля и не ждали в течение 4 лет, пока мы сможем как-то медленно, вроде как, отойти от ситуации с природными катастрофами. Ну что же, давайте поговорим о том, как в итоге использовать неформальный творческий потенциал и превратить это в формальный оппортунизм. Как объединить, скажем, государственные и частные инициативы с тем, чтобы предоставить государственные услуги? Как понимать, какие потребности есть у людей, в том числе среднего класса, и как принять себе урок из того, что происходит? Большое спасибо. Большое спасибо, Павло, великолепное выступление. Ну и перед тем, как мы начнем панельную дискуссию, я знаю, что господин Бирюков должен нас покинуть немножко раньше. Большое спасибо за ваше выступление. Большое спасибо, господин Бирюков. А сейчас хотел бы просить нескольких из участников панельной дискуссии ответить на те вопросы, которые мы сегодня затронули. Хотел бы начать с господина Лю из Пекина. Мы хотели бы узнать, какие технологии вы использовали для модернизации пекинской инфраструктуры, какой опыт у вас в этой сфере, какие интересные вещи вы использовали, которые могут оказаться полезными, например, для Москвы.
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас, всех присутствующих, за эту прекрасную возможность сегодня побывать на Московском урбанистическом форуме и поделиться с вами своими впечатлениями. Я должен сказать, что очень рад также, что мне выпала возможность рассказать о том, как развивался город Пекин в последнее время. Разумеется, в процессе нашего развития мы встречаемся с многочисленными проблемами, в том числе с проблемами городского транспорта. Я должен сказать, что сейчас транспорт — это большая проблема. И мы пытаемся решить ее, переведя нашу транспортную систему все более и более под общественный транспорт. Я должен сказать, что теперь наше государство и наше правительство главным образом и считается своей основной задачей именно развитие городского общественного транспорта. Мне кажется, что Пекин имеет значительные преимущества, как в том, что касается распределения инвестиций, так и в том, что касается распределения дорожной сети, наличия важных крупных дорожных узлов, а кроме того, с точки зрения использования земли и наличия развитой инфраструктуры. Кроме того, мы сейчас ведем значительное развитие нашей железнодорожной сети. И больше всего мы развиваем именно сеть общественного транспорта. Мы уже добились значительных успехов. Прежде всего, я должен сказать, что мы уже развили нашу систему, дорожную систему, систему высокоскоростных автодорог до 7300 километров. Теперь их общая длина автодорог составляет 7300 километров. При этом в самом городе находится 1400 километров, остальные приходятся на пригороды. Мы построили большое количество высокоскоростных автодорог. Теперь их общая протяженность составляет 985 километров. Кроме того, мы каждый день стараемся делать все возможное, чтобы развивать железнодорожный городской транспорт, потому что мы считаем его наиболее экологичным. Я должен сказать, что сейчас у нас уже есть 17 основных введенных в эксплуатацию маршрутов городского железнодорожного транспорта, и мы достигли 40% составляющей железнодорожного транспорта в общей структуре городского общественного транспорта. Кроме того, мы также проложили очень много парков, построили очень много, много бизнес-строений и множество различных производственных объектов. Кроме того, к нашему системе общественного транспорта мы добавили в качестве озеленения и улучшения экологии также такую систему, как арендованные велосипеды. И сейчас мы достигли уже уровня в 40 тысяч сдающихся велосипедов. Нам кажется, что именно то, что у нас есть в достаточном количестве, есть велосипедные дорожки, и то, что каждый человек может при желании снять себе этот общественный велосипед, взять его в аренду, и есть хорошие места, где можно их парковать, новые места для парковки, это позволяет нам снизить значительное количество выбросов. Кроме того, мы развиваем также и метро. И мы хотим, чтобы метро и наличие пешеходных, велосипедных дорожек и качественного общественного транспорта на поверхности, чтобы все это стало частью одной интегрированной системы. Для этого, мне кажется, значительно поможет и повысит уровень комфортности жизни наших людей, простых людей, которые вынуждены каждый день добираться до работы. Кроме того, должен добавить также, что существует большая проблема загрязнения сейчас в Пекине. В Пекине сейчас существует очень много крупных предприятий, которые выбрасывают большое количество выбросов, но есть также и большое количество частных автомобилей, выбросы от которых даже еще больше.
Это большое, это оказывает большое давление на экологию и на атмосферу города. И с этой точки зрения мы развиваем озеленение нашего города. Именно в этом же контексте я уже говорил о стратегии развития такого вида транспорта, как арендованные велосипеды, например. Кроме того, мы также установили новые показатели, согласно которым через несколько лет мы дойдем до большого количества, до более чем 2000 машин, которые работают от электрической энергии в Пекине. Машин, которые не будут выбрасывать вредные выхлопы. Кроме того, уже очень много предприятий начали использовать подобные экологичные машины для обеспечения своего бизнеса. Количество таких предприятий уже достигло 1377. Мы также продолжим использовать уже достигнутые нами успехи для того, чтобы строить на этой базе и в дальнейшем укреплять нашу более зеленую экономику и более зеленое движение нашего города. Мне кажется, что это будет способствовать развитию не только городского транспорта, но также и развитию, значительно продвинуть социальное развитие города. Мы уже продвинули очень много проектов на государственном уровне. Мы уже продвинули на государственном уровне значительное количество проектов. И мне кажется, что это позволит нам в будущем стать именно масштабным городским мегаполисом, но зеленым городским мегаполисом. Спасибо. Большое спасибо, господин Лю. Ему также приходится покинуть нас несколько раньше. Еще вопрос участникам дискуссии. Господин Юрьев, вы руководитель ГКУ Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Мы сегодня говорили о движении, о такой мягкой инфраструктуре. Как можно создать интеллектуальный или умный транспорт? Как такого рода система может работать в Москве, к примеру? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума. Спасибо за вопрос. В Москве развернута и развивается интеллектуальная транспортная система. Она имеет внутри себя несколько элементов. Мы считаем, что наилучший эффект, который мы могли бы получить от ее применения, он связан, скажем, с пятью из них. В первую очередь, это система управления светофорными объектами, собственно говоря, светофорами, когда система автоматически настраивается как в зависимости от потока, который проходит в специальной зоне, объединяет и координирует ряд светофорных объектов. И решения принимаются не на основе локальной картины движения на каждом перекрестке, а на основе того, что происходит в целом в зоне, в которой мы координируем движение, потому что система городского транспорта, она чрезвычайно связана между собой. Соответственно, светофоры – очень сильный инструмент управления дорожным движением. Интеллектуальная транспортная система позволяет улучшить и оптимизировать в реальном времени алгоритмы их работы. Вторая вещь, которую мы делаем в рамках транспортной системы – это система телеобзора. Основная задача – это оперативное предоставление объективной информации для принятия управленческих решений. Но также технология очень быстро идет вперед. И следующий этап для нас – это система видеоаналитики, когда автоматически сама система определяет, есть инцидент, нет инцидент, и привлекает к нему внимание нашего оператора, который дальше уже может взаимодействовать с ГИБДД, дорожной полицией, с другими службами специальными, которые могут там помочь и сохранению жизни людей, растащить аварию и так далее. Вот. Соответственно, третий элемент, о котором бы хотелось сказать, это наша коммуникация с водителями. Те, кто живет в Москве, бывает в ней или работает, видят наше табло отображения информации, на которых мы даем базовые вещи, которые считаем нужными для города. Мы также развиваем эту систему. Начинали мы с совсем базовых сообщений. Сейчас мы даем карты пробок, сейчас мы даем маршрутные
ситуации, связанные с доездом до той или иной точки притяжения относительно этого табло, а также в случае специальных ситуаций, в случае чрезвычайных ситуаций, мы разворачиваем поток автомобилей и просим или указываем те возможные маршруты объезда, которые случаются. Ну и, наконец, очень важный элемент интеллектуальной транспортной системы в Москве – это система камер фото-видеофиксации. У нас порядка 800 камер фото-видеофиксации работает сейчас, и самый важный эффект – это камеры, их задача – администрировать нарушения. Мы делаем выделенные полосы, мы стимулируем развитие общественного транспорта, нам нужно смотреть за тем, чтобы не нарушался скоростной режим, нам нужно смотреть за тем, чтобы выделенная полоса действительно была полосой для общественного транспорта. Кстати, в Москве сейчас 230 километров выделенных полос, и скорость на них примерно на 17-18% ниже, чем в среднем в городском потоке. Это означает, что это сделано для того, чтобы стимулировать людей использовать общественный транспорт. Так вот, самая важная задача систем фото-видеофиксации, которых у нас, повторюсь, 800, она в том, что там, где они установлены, мы обнаружили очень интересный эффект. Снижается на 25% количество ДТП, и, что очень важно, на 17% снижается количество ДТП с пострадавшими. Это жизни людей, на самом деле, жизни людей, их травмы и так далее. Вот это самый важный эффект, который мы получаем в данном случае. В целом, мы думаем более комплексно о том, как сделать так, чтобы в городе было комфортно, чтобы город ехал. В Москве было много споров относительно того, хороша ли платная парковка, хорошо ли введение этих зон, плохо ли это. Я думаю, во многих городах такое было. Но факты таковы, что со временем оказалось, что, например, с момента введения платной парковки в районах Пресненский и Драгомилово скорость повысилась на 5%, а загрузка сократилась на 30%. То есть люди, которые там живут непосредственно, они выиграли. В частности, когда мы сейчас будем делать новый этап, мы по требованию муниципальных депутатов дали еще 24 улицы, которые не хотели включать в проект. То есть идея в том, что люди сами видят какие-то эффекты от реализации той или иной программы и требуют распространить ее на себя быстрее. Ну, собственно говоря, если вернуться к интеллектуальной транспортной системе, то, наверное, надо последнее, что я хотел бы выделить. Вся система объединена в специальном ситуационном центре. Его задача – это улучшать алгоритмы работы системы и в дежурном режиме мониторить ситуацию в городе и там, где необходимо ручное вмешательство, вмешиваться в него. Большой брат, который за всеми будет смотреть, интеллектуальная транспортная система не создает, безусловно, но является хорошим и мощным инструментом для улучшения ситуации. Спасибо за вопрос. Thank you. Большое спасибо. Было приятно это услышать. Ну что же, мы, к сожалению, не хватает нам времени, но осталось еще два участника дискуссии, например, Алексей Новиков, который мог бы рассказать нам о тех возможностях обработки тех данных, с которыми мы сталкиваемся. Как собственно говоря, вы помогаете разрешить текущую ситуацию? Одна из крупнейших проблем современного города состоит в том, что классическая инфраструктура находится под давлением очень мобильного городского сообщества. Фордистского города в его прямом смысле уже больше нет, он уходит, и города больше не являются машинами маятниковых трудовых миграций. Примерно 30% времени 30% людей в современном российском городе и в современном европейском городе обладает достаточным количеством времени и средств, и их режим и график оказывается совершенно непредсказуемым и непривычным для людей, которые управляют городской инфраструктурой. По оценкам французских социологов, только 12% жизни современного европейца он тратит на работу и связанную с ней деятельность, остальное время на все, что с ней, с работой не связано. И фактически вот эта вот нагрузка на городскую инфраструктуру, она становится огромной проблемой. Плюс ко всему прочему, формы городской жизни выходят за рамки юридических границ города, появляются сетевые города. Я недавно разговаривал с представителем метрополитенского совета Брауншвайга. Это ассоциация 50 маленьких и средних городов, которые живут в рамках вот такой агломерации и имеют свою собственную планировочную комиссию и занимаются планированием инфраструктуры.
В Подмосковье, в Истринском районе, живет 120 тысяч человек, а пользуется этим районом ежедневно 1 200 000. Поэтому вот такого рода экстремальные нагрузки, они могут быть поняты, отслежены и увидены только с помощью другого типа инфраструктуры, инфраструктуры, позволяющей анализировать спонтанные данные. Данные, которые генерируются самими людьми, это может быть сигналы мобильных телефонов, это может быть посты в социальных сетях, это могут быть транзакции по кредитным дебетным карточкам. И фактически это позволяет нам создать систему самонастройки, так называемого сопровождающего планирования, lean planning, и систему координации между, собственно, мобильной, подвижной и по ценностям, и по физическому пространству, сообществом и инфраструктурой, которая не может за всем этим уследить, возможно, и не должна, но она, тем не менее, должна понимать нагрузки на себя. Какие есть ресурсы? Вот наше исследование по Москве, по нескольким московским улицам, показало, что примерно 40% времени городские пространства не используются вообще. Могут ли они использоваться? Это вопрос. Это режим использования, это правила зонирования, правила землепользования и застройки, это правила совместимости функций. Но это так или иначе возможный потенциал. Какие существуют ключевые, очень острые вопросы здесь? Пожалуй, я за недостатком времени приведу только один. Это статус самих данных, которые принадлежат частным компаниям, мобильным операторам, компаниям, которые осуществляют транзакции по кредитным карточкам, банкам и так далее. То есть вся эта информация, она, конечно, должна быть анонимной, и статус персональных данных должен быть защищен. С другой стороны, необходимо придумать способ, при котором город, городские планировщики и сами граждане могли бы пользоваться этими данными в обобщенном виде и увидеть свой город совершенно иначе, так как он есть. В этом смысле я хотел бы поприветствовать инициативу Всемирного экономического форума, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, которые создали альянс по большим спонтанным данным для решения вопросов, в том числе городского развития. И последняя тема – это аналитика. Real-time данные, данные в режиме реального времени – это замечательно, технологии позволяют их увидеть, но аналитика, ретроспективная аналитика, она дает в 1000 раз больше. И, к сожалению, пока такой аналитики очень немного, и вот развитие таких возможностей аналитических – это бесспорно задача для современного города. Спасибо. Большое спасибо. И последнее. Я хотел спросить Голса Фуланиджата, который бы мог бы нам рассказать, какого рода эффективность может быть увидена или взята у этой так называемой мягкой инфраструктуры. Да, добрый день. И я знаю, что у нас недостаточно времени, поэтому коротко расскажу, что, собственно говоря, мы занимаемся и как я могу. Я работаю в компании Schneider Electric, и мы как раз являемся мировым экспертом в сфере управления и использования энергоресурсов. Мы предоставляем информацию и решения даже клиентов в плане организации интеллектуального города. Конечно, города должны быть, с одной стороны, интеллектуальными, с другой стороны, действительно отказоустойчивыми, эффективными. Это означает, что у них должны быть данные по энергопользованию, по тому, как город функционирует. Эти данные нужно использовать для управления эффективностью. Что касается Москвы, то жизнь должен быть живой, город живой, и, соответственно, интеллектуальный город должен существовать ради своих жителей, потому что это также возможно, в том числе для создания рабочих мест. И еще один момент, чтобы создать город действительно удобным для проживания, город должен быть устойчив в плане развития, эффективен в плане своих расходов и должен использовать правильно свою огромную инфраструктуру с тем, чтобы она эффективно работала. Поэтому
Нужно приложить усилия, чтобы все было эффективно. Быть интеллектуальным, быть эффективным, быть устойчивым и идти в нужном направлении – это то, что нужно сделать. Это сложно объединить, но такие компании, как наша, могут это позволить. У нас есть решение по интеллектуальному использованию энергии, чтобы осуществлять дистрибуцию и распределение газовых потоков и других потоков энергии. У нас, кроме того, есть системы для управления, скажем, дорожным движением. У нас есть отдельные решения, позволяющие полностью осуществлять управление дорожным движением в городе. Кроме того, у нас есть решения, позволяющие вам эффективно осуществлять управление водными ресурсами и при этом контролировать потери, которые есть. Кроме того, у нас есть умные общественные услуги, которые я вам уже показывала. Это очень важные услуги для управления города и также для обеспечения безопасности населения. Другой вопрос касается освещения городов. И у нас даже есть специальные технологии умных домов, подсоединения к умным сетям. Так что, как вы видите, у нас целый диапазон решений, пакет решений, который позволяет нам делать город умным за счет новых технологий, с вовлечением местных игроков и так далее. Кроме того, такие энергорешения позволяют нам управлять данными, измерять данными, собирать данные. И с помощью этого можно достичь, по крайней мере, КПД 5%, но это самый минимальный уровень. Его можно повышать и использовать данные решения в самых разных сферах применения, повышая энергоэффективность до 30% и выше. Это особенно хорошо, когда мы говорим о масштабах целого города. Большое спасибо. Всем большое спасибо. Я понимаю, что мы поздно начали, поэтому мы задержались сегодня. Итак, я резюмирую выступление всех выступающих. Во-первых, нам Голдс рассказала очень интересные вещи, рассказала о новых технологиях. Что касается Паулы, он рассказал о новых принципах урбанизации, об улучшении инфраструктуры. От Петра Павловича Бирюкова мы услышали о новых масштабных инвестициях, о километрах дорог, парков, а также узнали о экстремально низких температурах и о разных климатических условиях. Нам, конечно, стоит поучиться у Москвы, каким образом Москва справляется с такими низкими температурами. Затем от Хуана Вэйвэня мы услышали о идеях развития Шэньчжэнь, а также о новых дорогах, видах дорог, о том, каким образом можно объединить самые разные виды земельных угодий, особенно в свете отсутствия земельных ресурсов. Затем мы обменялись с вами идеями. И Паула также рассказала о важности использование многофункциональности для того, чтобы использовать данный принцип в развитии территорий. Мы услышали о очень впечатляющих проектах в Чили, о том, что практически 50% всех сточных вод повторно рециркулируется, вводится в эксплуатацию. Затем мы услышали о своевременных инвестициях, о том, что необходимо сделать для развития городов. И ключевой вопрос касается обеспечения транспортных услуг для миллионов людей и касается развития, вернее, обеспечения прорыва. Что касается Лио, он рассказал нам о важности инфраструктуры, развития инфраструктуры, инвестирования и рассказал о проблемах загрязнения воздуха окружающей среды. Кроме того, мы услышали об инновациях от Вадима Юрьева. Он рассказал о существующих транспортных сетях и о проблемах. Все
вот обо всем этом мы услышали, и также поговорили о том, насколько можно прогнозировать события, то есть развитие тех или иных дорожных происшествий, событий, и что является хорошим инструментом транспортной политики. Кроме того, мы услышали о новых уровнях инфраструктуры, которые появляются, и вы рассказали очень много. Интересно, к сожалению, у нас не было много возможностей и много времени для того, чтобы обо всем этом послушать. Очень интересно, что можно экономить практически 30% энергии с использованием программных обеспечений, используя новые технологии, поскольку необходимо не инвестировать в создание новых инфраструктур, а оптимизировать и эффективно использовать то, что уже есть. Так что давайте поблагодарим наших выступающих сегодняшней сессии. И я надеюсь, вам удастся выпить кофе, хотя времени осталось не так много. Большое спасибо.